Приветствую вас, уважаемые зрители Ютуба, уважаемые мои подписчики. Знаете, давайте сегодня вместе с вами будем делать идеальную печку. Наверняка у многих вот валяется в гараже или на улице, особенно у многих камазистов, вот такой диск. И зачем пропадать добру или продать на металлолом, когда можно делать что-то полезное? Давайте посмотрим, что нам выйдет до конца. Следующий этап. Будем дверцы вырезать. Восемнадцать сантиметров. Thank you.
И сейчас вам покажу, как можно легко сейчас вот резать такие планки, которые мы будем ставить сюда. Сначала вот такую бумагу ставьте сюда, вот так аккуратно. Потом вот так рисуете, вот так. И получается вот. И можно ножом резать, и все. Вот получается такая форма. И по этой форме дальше рисуете.
Так что, друзья мои, вам наверняка интересен результат. Лично я очень доволен. Получилось именно так, как я хотел, знаете. И сейчас первое испытание, первое блюдо, которое мы будем делать именно на этой печке, будет жареная картошка. И это не все, друзья. Вместе с вами постоянно будем что-то вкусненькое по-закарпатски готовить. Потому что у нас на Закарпатье очень-очень богатая кухня. Все, давайте сейчас смотрим и оцените, пожалуйста. Плюс еще я делал, вот смотрите, я не знаю, как правильно назвать, для того, чтобы легче можно было почистить, открыть дверцы, видите, закрывать, потому что сейчас очень-очень горячий. Ох, какая красотища. И знаете, очень хорошо, что, как видите, вот небольшой дымоход, ну, реально очень помогает. Почему? Потому что вот я сейчас здесь работаю, и в лицо никакой дым не идет. Видите, все аккуратно, все отличненько. Получается, на 70 сантиметров где-то, если не ошибаюсь, выше, и как раз. Еще немножко, и первый рейс уже, вот смотрите. Опа!
Сейчас, терпение. Вау. А запах какой? Потому что когда ты готовишь на улице, вообще когда на углях готовишь, это вообще что-то. Замечательно. То Мирославчик. Мирославчик! Кетчуп, майонез, чеснок. И вот что получается у нас такой соус. Картошечка. И где вкусно. Сейчас будем черный хлеб будем резать. Вкусняшка, да? Берите хлебушек. Вот так. Домашнего винца. Чуть-чуть. Вот, Вася. И твой заправляю. Ну, и сейчас скажите, пожалуйста, результат. Результат. Нравится? Вкусно? Очень вкусно. Да? Это вообще супер. Советую вам попробовать такую вкусняшку. Ну, обязательно с домашним вином. Да. Нашего закарпатского. Да, вот покажи. Вот, смотрите. Вот печка еще там немножко еще горит. Короче, друзья, мы очень рады, что получилось. Все получается очень вкусно. Пожалуйста, оставайтесь дальше на моем канале. Буду стараться для вас снимать постоянно самого-самого интересного. Покажу нашу закарпатскую жизнь. Все, друзья, пока-пока. Пока. Пока. Да, а поври. Да, вон пигин, создай тата, ну ври. Ну, ту мамунка, бене? Ну, бене. Вот так. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот It's a room, that is a firm. Все, ребята. И в конце, что хочу добавить, дальше, что осталось, обязательно надо просто всю эту ржавчину брать из коструя и покрасить. И тогда будет наверняка, будет отлично. Вот там еще жар остался. Эти отверстия, которые здесь были, я тоже закрыл все аккуратно, все. Ручки хорошие, сейчас все можно держать, хотя они еще их горячие немножко. Вот, ножки держатся, все нормально, вот, крутил, все. Даже ножки вот, прямо сюда вот, тепленькие. Сам дымоход тоже ничего, так себе. Получился. Вот. На этой стороне еще одна ручка. Вот так, чтобы вдвоем можно было принести. Вот и все.